Всем добрый вечер, здравствуйте. Очень приятно, что вы все здесь. Очень приятно, что многие остались. Несмотря на то, что сейчас будет кардинально другая музыка. Другой формат. Мы всех ждем на сцене. Приходите, играйте с нами. Чуть позже мы для вас споем. А сейчас мы сыграем уже вечно зеленую. Стандарт последних 10 лет. Композиция «Нокаут». Thank you.
Thank you.
Это был Александр Долгополый. И Павел. А сейчас можно проверить трубу, если что-то у нас попадает. У нас тут на сцене он попадает. Спасибо. А пока мы проверяем Родос, попадает он или не попадает, мы сейчас играем для вас еще одну инструментальную композицию, которая называется «Писос». Это веселая композиция на этот раз. Yeah.
Это был Руслан Смага, и сейчас мы для вас споем. И это будет делать Марианна Савон. Марианна. И для вас пела Марианна Савон. Thank you.
наша. За поддержку. Позицию, которую мы вспомнили недавно.
Слышно оно давно. Называется она «Hangout and Hangouts». Судя по выражению лица Паши, он очень рад ее исполнить, потому что эта композиция обязательное соло в клавишных инструментах. Паша славится своей любовью к соло. Именно поэтому мы здесь сидим. Вот тут и придется ему что-то сыграть. Thank you.
Павел Егоров и Павел. А сейчас мы для вас поем, и среди нас присутствует Ксения Колобацкая. Она не только присутствует, она и бегает, и снимает сегодня все происходящее. Ксения Колобацкая, прошу вас. Добрый вечер. Здесь помечен микрофон. Сейчас хочу, чтобы Коля объявил следующую композицию. Да. Коля. Следующая композиция — это будет песня. А, судя по первым аккордам, это будет Ален Стоун. Забирай микрофон, да сейчас я спою. Может, попроси Николая? Он ушел уже, все.
Пашину любимую песню, она называется «Happiness». Паша у нас очень счастливый человек, поэтому если вы вдруг не знаете, что такое счастье, подходите после джема к Паше, он вам расскажет. И хотелось бы пригласить супер человека, супер басиста, супер мужчину Сергея Гея. Походкой уверенно Сергей вышел на сцену, потому что он знает все песни, все, даже которые он не знает, он все равно знает. Да, потому что все песни написал он. Шутка.
Бога, друзья. Не останавливаемся. Хочу, чтобы все сейчас подняли свои ладошки. Потому что именно сейчас я хочу пригласить несравненную, великолепную половинку дуэта Sugar Mamas Анжелику Фролову, которая исполнит песню. Честно, она все сама расскажет. Спасибо. Анжелика Фролова, друзья! Я правда буду, Ксюша, спасибо, это очень классно. Мы, короче, еще никогда ее не пели, не играли, поэтому извиняйте, что там будет. Не знаю, но в общем... Ребята договариваются. Thank you.
Воспользуемся случаем помучить джелит и исполним композицию, которая называется «If I Got You», только очень балладе. Не до такой степени. Mm-hmm.
Мы выучим в следующем разу язык. А как вам наши коврики? По-моему, вообще просто чума. Просто... Я вот сейчас посмотрел со стороны. Уже приходить просто с домашними тапочками. Очень классно. Босиком из кальяна, точно. А сейчас мы, к сожалению, сыграем инструментальную композицию. Вот. Мы сейчас для вас сыграем инструментальную композицию, точнее для себя. Сейчас сыграем инструментальную композицию. А потом для вас мы еще раз споем. И опять к нам вернется Анжелика. И Дмитрий сегодня споет для вас прекрасную песню. А сейчас мы для вас сыграем композицию, которая называется Tuesday Night Squad. Если кому интересно, то история этой песни такова, что в городе Бостон есть такой джазовый клуб Wallace. И на протяжении уже последних лет 15 каждый вторник там играет группа очень крутых музыкантов всяких, из которых потом получилась группа Letus, Sam Kinger и так далее. А изначально это было название этого коллектива, который назывался Squad. Но я все перепутал. Так как Тигран хотел сыграть другую композицию, то мы сейчас сыграем композицию девушки, которая каждый вторник играет в этом клубе. Ее зовут Эми Боулс. И эта композиция будет называться Time to be out. Вот.
Александр Долгополый, и наш певец покинул нас. Ну, к сожалению, мы не успели до Петро, и поэтому обещанного дуэта не получится у нас. И, собственно, Анжелика, я не знаю, что сказать. Мы хотели спеть с тобой композицию Bad Girls. А ты знаешь ее? Да? Да? Давай споем. Мы сейчас поем для вас последнюю финальную композицию, которая называется «Плохие девушки», и после этого пойдем все домой. Спасибо вам большое, что вы сегодня здесь все были. Роман Куликешев на барабанах играл сегодня весь вечер. Роман Куликешев, Женя Панфилов, вот сейчас на басу играет, Сергей Гея на басу играл, Руслан Смага, Павел Егоров, вот сейчас Тигран с нами играет, и Анжелика. Thank you.
Все мы ждем вас на следующей неделе.